Американская вакцина только для своих. США, где от коронавируса погибли более 500 000 человек, не будут делиться жизненно важным препаратом с другими государствами, в том числе и с Мексикой. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, отвечая на вопрос журналистов, готовы ли Штаты рассмотреть запрос соседа на поставку вакцин. Она сказала, что президент США сфокусирован на том, чтобы вакцины были доступны всем американцам. Следующим шагом станет восстановление экономики, и важно, чтобы Мексика и Канада могли успешно бороться с пандемией. И страны открыли границы. Это заявление Псаки сделала незадолго до начала переговоров между американским и мексиканским лидерами, которые прошли в онлайн-формате. Перед встречей Байден заявлял, что вакцина станет одной из тем переговоров с Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Но до чего договорились стороны, не сообщается. Президенты лишь ограничились совместным заявлением, в котором отметили, что страны будут углублять сотрудничество в борьбе с коронавирусом. США рассчитывают обеспечить всех американцев вакциной до конца лета. Сейчас в Штатах привиты 23% населения. Совершенно другая ситуация в Мексике, где вакцинирован всего 1%. Власти страны заявляли о перебоях с поставками препаратов, отмечая, что богатые страны делают слишком большие запасы вакцины. С начала пандемии в стране от коронавируса погибли более 186 000 человек.